Всем доброго времени суток. В ремонте компьютер. Неисправность, нет изображения. Выясняю проблему посткартой. Для начала хочу отметить, если не подключить клавиатуру, некоторые системные блоки не включаются. Снял боковую крышку и проверяю штекеры питания, визуально осматриваю на наличие механических повреждений, а также вышедших из строя компонентов на материнской плате. Как обычно, пыли очень много, и в 95% случаев так оно и бывает. Достану посткарту и посмотрю, что она покажет. Кстати, ссылка на покупку в описании. А показывает она ошибку D7. В описании ничего об этой ошибке не сказано конкретного. Упомянуто как сбой, а значит, сброшу BIOS и проверю еще раз. Кстати, сбросить BIOS легко, вынув батарейку, замкнув два ее контакта и пару раз нажать на кнопку включения компьютера, предварительно обесточив системный блок. Повторная проверка показала ошибку D5. Из инструкции видно, что она связана с оперативной памятью. Так как их две, вытащу по очереди и посмотрю, какая глючит, если, конечно, не обе одновременно. Вот и нашлась испорченная планка и, соответственно, причина неисправности. При нормальном включении посткарта выдает нули или буквы А. Так как этот компьютер уже был у меня на ремонте, на нем установлен Acronis, и просто переместив данные, восстановлю систему. Процедуру восстановления смотрите дальше.
На этом мой очередной видеоблог подошел к концу. Не забудьте поставить лайк, а если еще не подписаны, советую сделать это. Всем удачи и хорошего настроения.